Всем привет! Вы на канале Баранки Гну, меня зовут Тимур, и сегодня я готовлю мясо на гриле. Я покажу вам два маринада. Это для нашей семьи, он классический, для кого-то будет ново. Это соевый соус с медом, а второй это винный маринад. Он тоже вкусный. Сегодня я использую два вида мяса. Это свинина и это индейка. Свинину мы замаринуем в соевом соусе, а индейку в вине. Начнем мариновать с индейки. Засыпаем ее ложкой соли, специями. Специи будут указаны под видео. Заливаем вином. Заливаем все вином. Закрываем пленкой. И убираем на час в холодильник. Для винного маринада часа будет достаточно. Приступаем к свинине. Свинину сверху засыпаем чесночным перцем. Поливаем ее медом. И заливаем все сверху соевым соусом. Для того, чтобы замариновать свинину, нам потребуется 2,5-3 часа. Жарить мясо на электрическом гриле надо еще уметь. Ставим максимальную температуру, нагреваем гриль, а потом ставим среднюю и кладем мясо. И тогда оно прожаривается идеально. А на куске мяса образуется красивый рисунок. Для такой котлеты нам понадобится 12 минут. 7 минут с одной стороны и 5 минут с другой, но это для полной прожарки. Если вы любите мясо с кровью, то жарите мясо 8 минут. 4 с одной стороны и 4 с другой. Посмотрите, какое оно мягкое, какое оно сочное, сок с него стекает. Какое оно вкусное, сочное.